Царь зверей сбежал из цирка. Неслыханное происшествие взбудоражило социальные сети. Фото беглеца появилось на инстаграм-страничке «Онтестек цирка». В объявлении под фото было указано, что льва видели в парке Абая близ цирка. Жители города просили быть осторожными, не трогать хищника и не кормить. Парк опустел моментально. Правда, нашлись и такие пользователи, которые посчитали объявление о сбежавшем льве пиар-ходом заезжего цирка. В Мадагаскар путь держит. Лев сольную карьеру хотел начать, устал на хозяина работать. Шымкент не перестает удивлять. В Онтестек цирке информацию о дерзости льва тоже узнали из социальных сетей. Как выяснилось позже, это была неудачная шутка друга администратора цирка. Телефон вчера случайно администратор цирка в кассе оставил, а он взял, с собой домой забрал с открытым аккаунтом. А утром только взяли этот телефон, мы посмотрели, да, просмотр там еще, ну, что можем сказать, извините за неудобство, это цирк, и нарочно не придумаешь. Нарочно, слава богу, все в порядке, нет у нас такого, потому что охраняет 3 человека, вольеры все закрываются, на замок, на ключ, ключ у одного приезжих программы цирка, дрессировщика у него. Предположение горожан о том, что лев мог сбежать от приезжего египетского дрессировщика, к счастью, не нашло своего подтверждения. Хамад Акута сам был шокирован такой новостью. Мне много звонит, много мне пишет, конечно, в мою все группы, в которые меня в интернет, даже в инстаграм. И что случилось? Я, что случилось? Лев сбежал куда-то. Какой лев сбежал? У меня все сидят там в цирке. Было, конечно, смешно, очень-очень смешно. Но я хочу просто сказать зрителям, что все в порядке, все на место. И слава богу, все прекрасно. Хамада рассказал, что если бы лев вдруг оказался в городе, он тут же бы спрятался. За много лет жизни в цирке даже царь зверей становится послушным котиком. Когда вы увидите, он на манеж издалека, через клетки, он выглядит размер маленький. А если вживую, если вы увидите так, просто без клетки, лев или тигр большой, он будет размер огромный, 300 килограмм просто. Это 300 килограмм на 4 лапы, поэтому это большой. Но он ничего не будет просто, не будет так. Ну, люди, конечно, которые паниковаться, он, конечно, будет боиться, он не знает, что там происходит, он будет спрятаться куда-нибудь. Публикацию о пропаже льва со странички цирка уже удалили. Жители Шымкента вздохнули с облегчением, а в парке Абая вновь многолюдно. Сегодня в парке Абая, как всегда, гуляют люди, лежат на травке, устраивают пикники, но нет-нет, поглядывают в сторону цирка. Вдруг царь зверей все же решит познакомиться с шымкентцами поближе. Анастасия Новикова, Марат Давлетов, информационная служба телекомпании «Отрар».